Тем временем Чувашия готовится к заседанию третьего совета в формате «Волга-Янзы». Республику уже посетила делегация посольства Китая, чтобы обсудить деловую программу предстоящего форума. Михаил Игнатьев отметил, что Совет Волга-Янзы – это возможность расширить двустороннее сотрудничество между регионами округа и провинциями Поднебесной. Крупный проект китайские инвесторы реализуют в Порецком районе. За деятельностью иностранных предпринимателей следят надзорные органы и экологи. Они сейчас обрабатывают в Порецком районе земли тракторного завода, подсобного хозяйства. Это песчаные земли. В уставном капитале у этой компании сегодня 800 миллионов рублей. Нам повезло. Значит, государственные корпорации по строительству железных дорог вложили это средство. Там есть бюджетные деньги. Созданы рабочие места, соответственно, дополнительно высокотехнологичное производство. В последующем, соответственно, даст получать соответствующий уровень заработной платы.